По бумагам. Американским спецслужбам разрешили взламывать компьютеры во всем мире. Теперь этот документ должен утвердить Конгресс, однако если там не проголосуют до конца осени, поправки вступят в силу автоматически. Их принятие несколько лет добивался американский Минюст, называя лишь незначительными изменения закона в цифровую эпоху. На деле это значит, что судья, сидящий в неведомом вам городке в каком-либо штате, может разрешить ФБР взламывать ваш ноутбук, потому что спецслужбы сочтут его опасным. Правозащитники уверены, что закон дает ведомству еще больше полномочий для тотальной слежки.